Не знаю, в чем причина, но очень не понравился сегодняшний матч, не понравилась игра, не понравился настрой ребят. С самой первой смены звено лидеров вышло и начали играть не свой хоккей. Не то, что мы требовали, не то, что мы просили. Соответственно, вся эта почесуха, весь первый период прошел. Пришлось посадить одного из ведущих защитников на весь матч. Ну, победили, значит, где-то смогли перебороть себя. Но еще раз повторюсь, содержание игры не понравилось. Согласитесь, что за первые 10 минут Томск, наверное, создал больше моментов, чем у них в предыдущем матче было? Так самая эта причина, что Нем создал, а мы сами себе создали. Сами создали столько моментов, что я думаю, что более классная команда должна наказывать, конечно, за эти ошибки. Но где-то удачно сыграл вратарь, где-то немножечко повезло. Но, знаете, в хоккее без везения не бывает. При счете 3-1 там хороший момент был, подход к воротам у Сизикова, там забивать 4-1 и можно было дальше поспокойнее, наверное, завершать матч. Ну, это, понимаете, это неопытность игроков, там у Колодько был прекрасный момент, он не взял на себя инициативу, начал придумывать какие-то передачи. Это все от нехватки опыта, так что это поправимо, будем работать дальше. Барышниковым сегодня довольны? Ну, в целом, да. Какие дальше планы у команды? Чем будете заниматься? Будут ли какие-то игры или на этом все? Нет, на этом наши матчи закончились. Будем дальше. Завтра отдохнем денек. Дадим ребятам маленько прийти в себя. Затем одноразовые, двухразовые занятия. Пока не бросаем землю эту неделю до конца. Позанимаемся еще на земле. Я думаю, что в воскресенье или в субботу пройдем двухстороночку. Возможно, подключим ребят с ЮХЛа, чтобы разбавить составчик. Итак, в принципе, до начала чемпионата уже будем работать в одноразовом режиме. Какие-то еще иногородние новички могут появиться в команде? Ну, знаете, селекция никогда не заканчивается, тем более в молодой, молодежной команде. Возможно, кто-то еще и появится. Ну, небольшое количество, может быть, 1-2 игрока. Стало известно, что «Медведи» уже точно начинают официальный чемпионат домашними играми. Для вас этот вариант приемлем или, может быть, наоборот, хотелось сыграть в гостях с учетом того, что ребята молодые и проще было бы им начать на выезде? Ну, знаете, особых разграничений, конечно, не было. Дома, на выезде. Если дома, значит, будем играть дома. Поэтому у нас, наверное, так сложилась и подготовка к сезону, что почти все игры мы играли дома товарищески. Я думаю, что ребята уже будут притерты друг к другу более-менее, и на домашних играх сложится нормальная ситуация.